Вы находитесь на канале MLP Spirit TV, и сегодня у меня вот такая вот распаковка. Ну что ж, давайте приступим. Ну и давайте начнем то, что от вас уже не скрывается. Это вот такой вот набор с конем. Заказывали все это все на Валберисе. Ну, вот здесь вот такой вот коняш у нас. Ну, давайте-ка его достанем. Я не знаю, сколько это будет распаковка, так что лучше вам запастись чайку и пить чай, конечно. Что ж, через множество страданий я все-таки освободила его от оков. Конечно. Ну, первый вот такой коняш, который пойдет под перекрас. Это ганноверский жеребец. Второе, то, что еще видно, это вот тут такая вот кобыла муста. And let your feelings out instead. No, don't be shy. Just let your feelings roll. И вот тут такая вот девчуля. On by, on by, on by, on by, on by, on by. Слушай, это еще там шапка отшлей. Итак. И вот она, красавица, которую я уже давно хотела, кстати. Это исландский, по-моему, пони от фильма «Шлейх». И давайте перейдем на вот такой вот режим. Это я уже на кровати и откроем вот это. Вы не представляете, сколько я ждала времени, чтобы это все открыть. Чтобы все ко мне пришло. Ух ты, еще пупырка, пупырка, пупырка. Хорошо запакованная модель, это хорошо. Ух ты, здесь еще пакетик. Так. И вот это вот такая вот кобылка. Что ж, давайте продолжим дальше. А то, если я буду сильно долго болтать, то мы ничего не распакуем. Этот маленький пакетик, и здесь у нас поместились вот такие вот модельки. Китти и вот такой вот животина. Первое, это вот такая вот малютка. И вот такая вот. Точнее, это не малютка, а малыш. И следующее, это у нас вот такая вот моделька. Белая фризская кобыла. И вот такая вот красоточка.
Ну и последнее. Да, последнее мне не хочется подаваться. Это вот такой вот коняш. И здесь картоночка, что очень радует, потому что у этой, например, модельки и у этой, ну и вот этих вот двух кукурушки, ой, картоночек не было. И вот такой вот коняш. Обалденный мальчик. Прям аж... Если вы хотите обзор на них, то напишите в комментариях. Я буду тщательно прямо вам их показывать и рассказывать о модельке, в общем-то. Фух, это было долго. Это было мучительно. Но я сделала это. Ну что ж, всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И еще повторяю, если вы хотите обзор на какую-нибудь эту модельку, то обязательно пишите в комментарии. Всем пока-пока.